Слушай, а это вот что за дом? Это дом кандидатов. Он рассчитан на 4 семьи. Там 4 квартиры, значит, общий холл. Вот, и вон там мы видим такая летняя кухня, типа, как терраса. Вот там достаточно большое помещение. Это тоже такая общая площадь, где там можно встречаться. Там какая-то доска, может быть, там уроки какие-то проводят. Вот. У них там такая бойлерная, там, значит, 4 стиральных машины стоит, ну, под каждую семью. Огород. В общем, очень интересно. То есть это как бы своего рода испытательный срок и, значит, приспособление, как бы учиться, да, что ли, жить вместе вот на одной территории. Ну, а вон дома общины. А там дома уже членов общины непосредственно. Там тоже на Волге, наверное, недалеко. Надо смотреть, где-то не знаю. Сейчас. Вот тут поливалка. Воду сливаем в доме. Вы на канале Хозяйство Устрелец. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а мы продолжаем. Мы решили покормить баранов голодных. Помогаем дяде Володе, староста Спасской общины. Вот голодные бараны, мы их сейчас кормим, голубим. Вода у них есть, со вчера еще. Мы с Деней, мы знаем, как что кормить. Вот сейчас талу нальем, может, покажем даже, как, какие они бараны. Покажем, как они кушают. Слышу даже, как они ба-ба. Наверное, уже все съели. Ну, сейчас еще принесем, давай. Так, эй. Что виноград рвешь? Виноград-то не надо рвать. И втихи это виноград. Виноград не рвать. Вот, смотри, вот. Вон другую траву рви. Что, ты тоже там траву нарвал? Да. Молодец. Течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга.